Столица Таджикистана утонула в ярких красках. В Душанбе расцвели миллионы тюльпанов. Там сейчас по-летнему тепло. Местные жители и гости республики с удовольствием фотографируются на фоне необыкновенных пейзажей, ну и делятся впечатлениями с нашим корреспондентом Кариной Нарзикуловой. Последняя партия тюльпанов готова к транспортировке. Лиловые, красные, розовые, желтые бутоны будут красоваться в столичных парках и скверах. К посадке цветы готовят заранее, так как некоторые сорта созревают за несколько месяцев. Луковицы мы высаживаем еще в декабре, затем поливаем, отделяем от сорной травы. И вот теперь наши цветы готовы к посадке в городе. В этом году в Душанбе высажено почти 70 миллионов цветов, большая часть из которых – тюльпаны. В столичном зеленстрое к этому сезону их подготовили 750 тысяч. Они уже расцвели, превратив столицу в город цветов. Высажены луковицы, привезенные из Голландии, тюльпанов. Они бывают разного цвета, и они сохраняются при температуре до 25 градусов тепла. Также наше предприятие высадило цветы петунья, тагец, сальвия, катарантус. Яркие, ароматные, невероятно красивые городские ландшафты переливаются красками цветочных узоров. Фотографу Бахудуру Усманову поступает по несколько заказов в день. В это время года съемкам в студии клиенты предпочитают декорации, созданные природой. К нам очень много поступает заказов именно фотосессий на фоне таких очень красивых цветов. Даже будучи невестой, они предпочитают, чтобы у них в букетах были именно тюльпаны. Погода позволяет любоваться цветочной красотой. В Душанбе ясно и солнечно. Температура около плюс 20 градусов. Мне очень сильно все нравится. На самом деле у нас сейчас на родине еще пока снега, сугробы, холод. А у вас здесь такая красота и весна. Это очень здорово. Вы счастливые люди, что живете в такой красоте. Здесь хорошие цветочки. У нас на родине такие, ну, максимум в мае, в июне бывают. Я, если честно, здесь первую весну, и я в шоке. Почему здесь так рано, так много цветов? Тюльпаны будут радовать горожан до конца апреля. Ежегодно в это время в Таджикистане проходит фестиваль «Праздник тюльпанов», в рамках которого выбирают лучший парк, сквер, улицу и цветовода городов республики. Карина Нарзикулова, Парвиз Манонов, Мир 24.